кажется, остановили. Мне кажется, сопровождали. Ну да, если такое оборудование везут, это должны быть суперсвязи. Сейчас какая-то видит на колесах штукенция. А тут даже выше нашего автомобиля, вот, вот сюда вот так поверни. Тут-то конкретно, да, заметало. Ну давно-давно не было, конечно, таких снегов.
чуда точно давно не было. И, кстати, мы дрон-то взяли, естественно. Я его не взял. Вернее, я его не брал в Таиланд. А куда там было брать? Там было всего лишь 8 килограмм, поэтому там было не до дронов. Там все было на счету. Я даже посчитал, что две майки у меня были лишние. Четверо шортов были не лишние, потому что двое порвались. Две майки были... А ну-ка на дома там. Ну, дома вроде нормально. Дома вроде нормально. Ну вот, в принципе, дома нормально занесены. Видите, по крыше снег там. Границы нету. И самое интересное, вот скоро будет поворот на Карагужиху. Я представляю, что там в Карагужихе творится. Они же сказали, что если раньше было о Снегирихе, то, ну, в смысле, Снегиревский этот рудник, до Снегиревки-то чистили, конечно. А потом все, людям же... Я вот, кстати, за промышленность. Если я снимаю возле Касцинка вот это вонючее сероводородное облако, то, ну, ребята, ну, просто потому что, ну, это, им реально эту проблему решить. Просто они, наверное, экономят чересчур. Я понимаю, надо экономить, но только не на таких вещах. Вот. А когда до Снегирихи была дорога расчищенная, я только был за. А теперь-то все, наверное. Теперь, дай бог, до Малубинки же, да, первая там? Угу. Это, дай бог, до Малубинки, если будет расчищено. А до Волчиха там 100%, там никто в жизни никогда не чистил и не будет. Это людям только вот пешочком, на снегоходах или на лыжах. Не дай бог еще, представляете? Это 100% что-то где-то у кого-то случилось. Это с города, получается, едут или откуда? Белоусовки. Белоусовки? Ну, может быть, да. Еще в такую морозяку, еще вон скорая помощь. То есть не скорая. Ну, сейчас и скорая поедет. Пожарная. Вот он, поворотик на Карагужиху. Кстати, вот эта столовка такая довольно приличная. Она работает, представляете? Фантастика. Ну, что-то там дорога на Карагужиху, что-то она не чищенная такая. Ну, не как здесь, по крайней мере. А вот тут, как вы видите, уже асфальта не видать. Нас тут все обогнали, да слава богу, конечно, что они нам задницу не дышат. Но вот особенно на Ниве я бы не торопился точно, потому что это 100% попрыгушка такая, лягушка-попрыгушка. Это точно вот в таких условиях, это неуправляемый автомобиль. Снега много, там интересно, это не пока не надо. Я хотела такой, как в сказке. Ну давай. Ну да, быструхинские вот елочки. Ну, терпимо здесь, ребята. Вот между Быструхой, от Быструхи и до Черемшанки трасса была перекрыта что-то 2 дня или 3 дня, вот не буду вас обманывать. Тут вообще был караул, караулович, караулов, потому что в Ридер никто не ходил, никакой транспорт. И они бедные там, вплоть до того, что бензин у них начал заканчиваться 92-й. И ходили вот эти поезда, только пассажирские, в Зыряновский и в Ридер. И люди, ну, что мест не хватало, что стояли. Представьте дорогу всю стоять вот с Каменогорска до Зыряновска. Там, не знаю, 3 вагона ходило или сколько, понятия не имею, я не в курсе.